Всем привет из солнечного штата Флорида. Ну, как вы видите, на данный момент солнца никакого нет. Время у нас, кажется, 10:30 утра. Без 15:10 утра. И мы едем в аэропорт, в город Тампа. То есть прилетели мы в Форт Майерс. Улетаем из города Тампа. И потом сейчас отправляемся. Нам показывают 87 майлов. А на улице, посмотрите, вот такой вот дождь. И вообще обещают, судя по прогнозам, да, сюда надвигается какой-то шторм. Альберто. Вот посмотрите. Если я не ошибаюсь. Да, вот в такую погоду мы уезжаем. Вот вчера и сегодня только вот так. И никак. То есть эти два дня практически мы здесь застряли в плане погоды. Ну, сейчас поедем, прокатимся. Все, что будет видно, я вам покажу. Да, там все черно. Уже два дня все черно. Но вчера мы спаслись тем, что мы поехали в торговый центр, в Сарасоту. Там провели время. Ну, то есть закрытый торговый центр. Детей поразвлекали, на каруселях покатали, покушали. Людей нет, да. Машин нет. Но сегодня воскресенье, выходной день, к тому же, да. Ну и поедем мы через город Санкт-Петербург. Смотри, сколько воды. То есть, да, вот. Да, тут уже три дня идут сообщения. Если в навигатор что-то забиваешь, да, то показывает, что наводнение, да, может быть, местами. Ну и едем теперь. Вон там чуть-чуть посветлее, видишь, на горизонте. Но в целом вся эта ирина. Да. Ну, в общем, поедем через Санкт-Петербург, мимо него проедем, там должен быть огромный длинный мост, по которому мы будем проезжать, он будет платный. Но мы специально выбрали то место, то есть, так бы, чтобы немножко посмотреть на, ну, еще раз на океан, на город Санкт-Петербург. И там дорога платная, да, я не знаю. Ну, мы на один остров заезжали, $6 платили, да. То есть в Америке местами бывают платные дороги. В Иллинойе мы платили, да? Здесь во Флориде уже платили. Прям черный. Да. Ну, в общем, я вам покажу потом. Ну, эту недельку молодежка начинает плакать. Мы только отъехали 5 минут. Ну, вот видишь, тут дождик не такой уже. А что касается нашего отдыха здесь, в принципе, нам все понравилось. Первый раз во Флориде, да, вот это вот природа здесь, климат мы его ощутили. Ну, не с самой лучшей стороны, потому что шли дожди практически всю неделю, но один день нам удался по полной программе, да. Целый день ни одной капельки дождя, только чистое солнце, пляж, море. Мы сгорели, как назвать, как новички, не умеющие загорать, да. Сгорели по полной программе. Как белые люди. Да. То есть здесь погода такая, сейчас мы летим в Миннеаполис. В Миннеаполисе нас ожидает жарище полное, 37 градусов, показывает прогноз. Ну и что хочу сказать о гостеприимстве тех людей, которые нас пригласили сюда в гости. Все было на высоте, да, было все отлично. Так что, если будете смотреть, Лариса, Алик, большое вам спасибо за то, что вы сюда нас пригласили. За то, что вы, так сказать, показали нам какие-то места, да, сказали, куда ехать, то есть сами мы, может быть, наугад ехали, да. Ну и кормили нас, конечно, наповал, это вообще огромное спасибо еще раз. И приглашали нас опять в гости, мы, конечно же, это будет вариант всегда для нас. Мы будем рады еще раз приехать к вам. Спасибо большое. Смотри, столбы электро. Стан электро, в общем, проводка. Прям в воде стоят. Ну, посмотрим, есть ли сильно. А сейчас нас ожидает оплата. То есть, как я и сказал, платить. И называется это место Toll Plaza. $1.50 это немного. Вот Лариса руку протянула уже. Давай, говорит, $1.50. Стоп-то, Car Trucks. Cars и Trucks. Да везде, значит, можно. А то мы в одном проезжали, знаете, там кэш, например. А, в одних, в некоторых было только, например,
карточками платить можно, да? А кэш отдельный въезд, блин. Видите, люди стоят платить. $1.5 это совсем немного. Вот там высвечивается. $1.50. Что, $2? Или он тебе сдачу уже дал? Ого, как быстро. Он сразу готов. Ну, все. Дают по 2, у него уже 50 метров. А, все очень быстро. Видите, я даже не успел толком заветить, как Лариса заплатила. Все, едем. Сейчас будем проезжать прямо по заливу. По Москве. Вот посмотрите, на навигаторе вот так вот показывает. Вот такому. Вот такой местности мы сейчас будем ехать. Рестория закрыта, а там поехать. Ничего страшного. Сколько нам ехать? Интересно, мало. Не-не, по этому мосту. Сейчас посмотрим. Видишь, из-за деревьев плохо видно. Но сейчас вот с этого места должно лучше быть видно. Большой мост. Тут уже без деревьев. Вода. Уже в тампу заехали. Это пикает, потому что я отстегнулся. Да, вот еще один самолет взлетает, сынок. Видишь сверху? А это маленький какой-то. Да, ну Тампа, конечно, большой город. Посмотрите, сразу видно. Дороги, высокие здания. Посмотри, полос сколько, да, сынок? Это грузовой самолет.
Это грузовой самолет был? Ну, самолет. Ну, видно, что город большой, сразу чувствуется. Мосты вот эти все. Да, но дороги все равно хорошие. Жалко, не было времени посмотреть. Да, у нас не было времени. Хотя у нас самолет в 2 часа, да? Но мы сюда час с копейками добирались. Неизвестно, сколько. Плюс чемоданы пока там закрутились, позавтракали дома, порядки навели немножко. Видишь, вот, смотри, авиадукты какие. Keep right. Left. Нам нужно теперь car rental returns. Вот, rental cars. Налево. Левую держи. Next left. Rental cars. Вот Tampa International Airport. Rental cars. Где будет return? Во Fort Myers, да, мы приезжали, когда машину менять. Давай. Когда менять машину приезжали, там было прям написано четко. Customer drop off. Вон, car return. Здесь правые. Обе правые две полосы. О, Франкфурт написано, смотри. Реклама. О, это туда я лечу через неделю. Франкфурт. Там, не теряйся. Все, гаражи. Странно, что черные знаки. Мне что-то не понятно. Ну я это на солнце думаю. Где поворачивать? Ну, да, rental car center. Да. Ну тут я там понимаю все. Да, вон они, Alamo там. Hertz National, вон слева. И нам самую первую нужно. Мы брали в Alamo. Или Alamo. Мы приехали. Да, вот сейчас я говорю, как я и думал, то есть будет в гараже там, да, то есть темновато. Нам на первую. На левую, в левую полосу. То есть мы уже сдавали, мы знаем, как это идет, да. Приезжаешь, вам сканер подставляют, все выгружаешь и вперед. Да. Это Сэма очень впечатлила машина, да, сынок? Джип. Значит, папа будет знать, что надо брать синий. Синий. Марку. Самое главное, чтобы синий был он, да. Да, марку это уже, как называется? Смотри, какие здесь какие-то датчики, сканеры. Ну, видеокамера это стоит. Ага. А мы не опоздали? Шипы видите какие? Папа. Вот тут вот. Папа. Обратно дороги нет, да? Где сделать? Что, сынок, мы не опоздали. Как раз успели. Хотя тут не темно, да? Нормально здесь. Потому что день. Это пока что. Вот, нас уже встречают. Налево. Да. Вот сюда. Вот уже стоит человек, наверное. Сюда. Сюда везде бока. Все, приехали. Сейчас я тебя заберу. Так, вот быстренько покажу. Вот такой вот компас. Чип. Так, ну вроде все вытащили. Вот такой вот джипик. Сейчас еще пару бутылок выкину. Пустых. Вот такой вот салон. Смотрим. Ну, темновато, конечно. Что там? Мусор. Вот такой вот прикольный синий цвет был. Так, ну осталось мне только чемоданы. Теперь ждем лифт. Так, ну сейчас мы идем на трейн, на поезд.
Вот там один пошел. Через 3 минуты будет следующий. Tampa International Airport is pleased to offer free wireless internet access. Клевый поезд? Yeah. Классный, да? Да. А в терминале? Мы едем. Ну все, багаж мы сдали. А, ветер какой. Сейчас поднимемся на второй этаж. Где он? Нет, мы на втором сидим. На третий, Туал Гейтс. Мы сейчас на втором. На третий потом, да? На второй? На три нажмешь? Вот. Он уже закрылся. Все, мы лифтов. Много лифтов. Здесь мы один проспали. Так, 65 нам надо вон туда. Вон туда. Все, мы прошли, нам осталось только дождаться посадки, то есть боардинга. Это не наш самолет, но похоже на наш. Пойдем посмотрим где-то вот там вот на Е-65. Так, вот наш рейс, 2.15. Небольшой такой отдельчик здесь, Е, гейт Е или Э. Здесь мы только что кофе купили, сейчас попьем. И все, и обратно в Миннесоту. Смотрите, какая на улице погода. Дождь по полной программе. We're in good shape here, Thomas.
и все, мы в Миннеаполисе опять. То есть 3 часа полета, 3 часа 25 минут. В общей сложности было. В общем, все четко, все классно, сейчас нас встретят. И все, жара уже чувствуется прямо там в проходе из аэропорта, знаете, 35 градусов. Вон тот дальний, 688 хвост. Да. Вот так вот. Всем спасибо за внимание. Будем продолжать отдыхать. Смотри, вот взлетает сынок. Сам кантри полетел. Все. Ребят, теперь еще 5 дней в Миннесоте, обратно в Германию. Всем пока, всем спасибо за внимание. И всем удачи.